Я на кого-то сержусь. Расскажешь, почему? А мне только что по уху вот этой вот двухметровой трубой дала. Виска. А потом чуть не снесла тетеньку, пока ржала над мамой. И не ржала. Ну, ойкала. Ужас какой. А? Предлагаю отшлепать ее этой трубой. По уху. Ух ты, смотри, дяденька, на велик мастачишься. А? Наверное, у него машины нет. Наверное. Я бы так не смогла. Я без груза на велике ездить не могу. А я могу. Без груза и без... С палками сможешь? Не знаю. Мы тебя отправим ради интереса когда-нибудь. А? Повернись передом к лесу задом. Я не знаю. Я тебя тут снимаю, а ты поворачивайся. Все, мы уже приехали. За Мишуткой! Лиза, ты где? Пошли брата доставать с занятий. Посмотрим, что он. Может быть, он нам что-нибудь выдаст. А, он уже на кухне, этот мальчик. Мишка, мама приехала. Иди какао попей и поедем домой. Ты позанимался? Ой, обнимашки. Миша занимался? Рассказывай. Что ты выучил? Покажи мне что-нибудь, а я тебя поснимаю. Расскажи, что ты с бабой выучил? Ничего? Гусей хоть покажи, Миша. Все, почесал. Я позанимался, я пошел домой. Иди усаживай его. А, тебе эти листочки дала? Иди усаживай его. Убежал в машину уже. Какао попроси. У меня, короче, это, Натас, у меня в противень запеканка не входит, дожились. Поехали, короче, мы с Лизой быстро-быстро за противнем. Пока Катя посуду домывает, и папа кабачок взялся потереть. О, стой! А Лизка бедная, с голодухи ест помидорку. Вкусно? Давай, шуруй. На выход. Ты же знаешь, что я же не люблю снимать просто это пейзаж. Я люблю снимать кого-то уходящим. Лиза, я тут! Телефона у меня нету, телефон забрал Мишка. Он же позанимался, пришлось отдать. А коктейли с чипсами пока что никому не дала. Вечером будем. Покушаем, потом будем лезть. Так, сегодня, прикиньте, заметила к Лаке. К ней пришел Джинкин щенок, и она с ним играла. Я сначала испугалась, думала, что она навредить может ему. Нет, она с ним играла. Нет, она... Умничка, на место не иди. Не подходят щенки, она их облизывает, нюхает. Она... Ты тоже хочешь быть мамочкой? Не вздумай. Вон, видите? Ай, малыши бегут. Капец, они скоро по всему двору будут разбегаться. Все, садись. Садись. А что ты обратно-то захлопнула? Правильно, машина. Кричи, возмущайся. Лиза, я ее еще не сняла. Сигнал, ты ее опять открыла. Натас какой-то. Слушайте, в который раз радуюсь тому, что мост уже открыт. Прикинь бы сейчас через вокруг пришлось ехать. А? Вообще был бы полнейший. Долгий путь. Сейчас будем выбирать магнит косметик противень, если есть. Как думаешь, есть тут противень? Где-то там должна быть посуда. Где-то там вдали. Да. О, вижу посуду. Есть ли здесь противень? Ага. Вот такие только. Ну, маленький. И он низенький. Прямо это. Так, придется тогда идти в этот. Так, вот еще. Смотри. Да нет, более-менее. Он один, мне такой надо. Два таких надо бы. Не в апельсин, а в скаверди. Наверное, пойдем. Еще взять так. Ой, господи, я падаю. Один такой взять, нет? Как думаешь? А там сейчас заплатим. Ой, он совсем маленький. Он совсем маленький, да? Ничего, короче, не нашли. Сейчас пойдем через дорогу. Там вот есть посудный магазин.
дойдем до него. Там, правда, не дешевые вещи в основном. Посмотрим, может, будет подходящий противенек. Что, может, поедем? Или дойдем? Ну, пошли дойдем. Через дорогу и вот туда, вот туда, вот туда, вот идти. Светка показывает, что купили. Мы купили два вот таких противня. Теперь надеемся, что они влезут в нашу эту духовку сразу два. Да? Теперь у мамы есть глубокие противни. Ура! Можно идти домой. Ты где? Я решила замолвить. А что написано? Ну-ка дай. Что написано в нашей форме? Форма для выпечки. Это не поднос, нет, это не как он, не противень, а форма для выпечки. Толщина стали 0,4 мм. Большие. Антипригарное покрытие, углеродистая сталь. Сейчас будем проверять. А. Значит, на этом можно делать эти как... пироги всякие, да, шарлотку можно в этом делать. Обожаешь. Гигантскую шарлотку можно в этом делать. Размером 42,5 на 29 и на 5 сантиметров высотой. Будешь делать нам шарлотку скоро? Это хорошо. О, до машины еще столько телепать. Машина, как назло, стоит вон там, вдали, за домом с коричневой крышей. Терпеть не могу, когда так делают. Пока мы ходили, нам налепили под дворник рекламу. Вообще. Приходится выходить и читать. Давайте почитаем вместе. О, это цирк рекламируется, который 16 июня будет. Большая группа дрессированных животных, артисты оригинальных жанров, фокусы и многое другое. Дети до 4 лет бесплатно. А что у нас сегодня? Какое число? Сегодня у нас 15-е. Завтра. То есть завтра цирк будет. Надо позвонить, спросить. Кто встречает нас? Михаил! Миша, домик нашел. А где телефон, Миша? Где мамкин телефон? На место положил? Да? Ты его посадил, да? Он перестал работать. Да, Миша? Лиза. Куча папиных цементов. Все, сейчас доготавливать будем быстрее. Вот как выглядит наш новый противенечек. Точнее, то, что в нем готовится. И, по-моему, через край не течет. Вроде нормально. Итак, осталось подождать, пока это все запечет. У нас там есть 180 градусов? У нас нет 180 градусов. Она не разогрелась. Что там Миша химичит? Ну-ка подглядим. Мишка! Миш! Что у тебя там? Он пытается запустить старый телефон кнопочный и поиграть на нем. Наивный. Тихушечка, смотри, пытается его запустить и починить. Чего ты хочешь, Миша? Миша, что ты делаешь? Показать, что ты хочешь? Сейчас, подожди. У меня здесь тапочек-то нету. Подожди. Катюхину сопрем. И пойдем. Что? Да, Катины я взяла. Нет, нельзя? Пойдем. Что ты хотел? Нет, ничего не хотел. Вот так. Папа тут запеканочку накладывает. Ну что, как получилось? Не знаю. Выглядит. Не пробовал. Выглядит как? Выглядит хорошо. По-моему, очень. Почти похоже на... Тихо! Обычную запеканочку. Мяса много, и ладно. А можно есть? Можно. Отличное завершение вечера. Это коктейль. И читасы. Лизка, я тебя поймала. Вкусно? Ты новый вкус пробуешь? Да? Мишка сам. А, и Катя тоже, да? И читасы. Немножечко вредной еды для хороших детей. Да? Вкусняша! А еще я сегодня заказала в ДНСе мультиварку, чтобы делать йогурты, кефиры, всякие кашки и прочее. У меня еще пока не было ни одной мультиварки. И скоро она приедет, мы ее заберем.
и будем ее опробовать. Обязательно покажу вам, что я выбрала и что у нас из этого получится. Мы с Лизкой будем делать йогурт и будем делать свой домашний кефир. Вот. Вообще переходим на полностью домашнее, похоже, производство. Все, что мы любим, будем делать сами. А еще я заказала для Саши вакууматор. Ну, мне, наверное, он тоже пригодится. Китфорд тоже придет. Еще заказала безмен электронный, чтобы взвешивать своих тяжеловесных индюков и прочую живность. Что я еще заказала? Я заказала себе чугунную сковородку. Сотейник новый. А старый выкину нафиг, потому что там уже даже дно помятое. Ужасная сковородка. Я так хочу новую. И что-то я еще заказала. А, сушилку. Будем сушить фрукты. Для шиншилки, для себя. В общем, это все вышло на 12 тысяч с лишним, но у нас 11 600 баллов. То есть мы заплатим за все эти покупки всего 1000 рублей. А все остальное за бонусы купим. Надеюсь, что все получится и все это у нас появится. Это будет примерно через 5-6 дней, поэтому вы все увидите в соответствующем влоге. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Кстати, большое спасибо всем, кто ставит лайки. И чем больше лайков вы ставите, тем больше у меня поднимается настроение. Знаете, как в комментариях пишут, давайте зарядим телефон, один там лайк, 1%. Вот один лайк, это 1% зарядки моего настроения и активности. Чем больше вы ставите лайков, тем интереснее мы проводим день, потому что не хочется сидеть и грустить, а хочется что-то делать. Ставьте лайки. Ты пить хочешь? Чаю? Молока? Воды? Газировки? Мохито? Чё ты хочешь-то? Молчаливый мальчик. Ты сегодня понял, что ты с Валерой не мог общаться, потому что ты не разговариваешь? Надо было сказать, Валера, пошли качаться. Сейчас мы Лизу докричимся. Что, чай? Смотрите, Маруся пытается съесть Лизкино мороженое. Маруська, тебе нельзя мороженое? Молоко можно? Она Лизин палец срет. И молоко можно? Ну, можно немножко. Значит, нужно кошачий корм перемолоть, добавить туда молока, размешать, подождать, пока оно застынет, и дать Марусе с Масей и Лизкой. Не ждать, пока оно застынет. Ты будешь кошачье мороженое делать, да? Вот так. Чтобы она у меня не съедала его. Она опять пришла, нас тут массажирует каждый вечер. На мурлыкивает. Ай, она меня ест. Она хочет мороженого.